батюшки. Мне очень больно каждый раз бывает, всегда отчаянно скорблю душой, когда священников в беседах осуждает всех тех, кто в церковь сроду не ногой. Ни одного из них на парашюте Господь с небес на землю не спустил. Всех батюшек уж, вы поверьте, будьте спокойны, обычный человек земной взрастил. А благодать в священстве получает одну и ту же батюшка любой. Покрестит, отпоет и повенчает нас одинаково и грешный, и святой. А чтобы были батюшки способны людей простых и грешных понимать, Господь им попускает нам подобно грехи и страсти одинаково падать. Мы и своей одной единой тайны порой не в состоянии сохранить, они ж их тысячи открытых нами в своих сердцах умеют сохранить. А кто из вас готов, вы мне ответьте, на похоронах через день бывать и сталкиваться каждый раз со смертью и без конца спокойных отпевать? Не поносили бы вы, не осуждали священников во всех земных грехах, а лучше бы на исповедь бежали, пока дыхание держится в ноздрях. Вам нужно в храмы протарить дорожку. А батюшки, как ни были плохи, но лишь они имеют власть от Бога нам в эту жизнь отпускать грехи. Священники земные, Божьи слуги, посредники между Богом и людьми. За них всегда горой стойте, други, помочь нам грешным могут лишь